В связи с истечением срока действия предыдущего коллективного трудового договора, а также ввиду изменения наименования предприятия, компания «Адалэлектро» подписала новый коллективный договор с профсоюзом «ЖКТАУ». СТО «Адалэлектрик», дочернее предприятие «АрселорМиттал Темиртау», была проведена большая работа. С 1 января на в стальном департаменте действует новый коллективный договор, и очень многие положения из этого коллективного договора вошли в новый коллективный договор «Адалэлектрик». Это касающее вознаграждения по итогам года, это касается индексации заработной платы и многие социальные льготы и гарантии, которые раньше не было в этом коллективном договоре, а вот сегодня появились. На мой взгляд, еще раз повторюсь, большая работа проведена, коллективный договор получился весомый. Вам спасибо за работу, за понимание в процессе переговора. Ответные слова благодарности за плодотворное сотрудничество сказал руководитель ТОО «Адалэлектро» Сейлхан Абилханов. Действительно проведена большая работа и подготовлен новый коллективный трудовой договор между ТОО «Адалэлектро» и профсоюзом «ЖКТАУ». Данный коллективный трудовой договор, он аналогичен практически с тем коллективным трудовым договором, который подписан между нашей материнской компанией и профсоюзной организацией. В целом мы стремимся к тому, что основной актив компании – это работники, и думаю, что мы так и будем продолжать. Действительно, вносятся новые изменения в условия труда, в социальную поддержку работников и так далее. То есть мы ожидаем, что этот коллективный трудовой договор будет работать во благо работников и компании. Ключевые изменения, вошедшие в коллективный трудовой договор, коснулись индексации заработной платы. Порядок индексации стал более прозрачным и понятным для сотрудников компании. Также в документ добавили пункт о выплате морального вреда при получении травм, потери здоровья, приобретении профессионального заболевания или смерти на производстве во время исполнения своих трудовых обязанностей работникам. Еще одним немаловажным изменением стало положение о 13-й заработной плате, которая теперь будет начисляться так же, как металлургам на комбинате. В будущем профсоюз и руководство компании «Адалэлектро» планирует совместно сделать условия труда для работников как можно лучше, обеспечив им защиту их прав. Анастасия Ходорева, Андрей Буховский, Новости Темиртау.